Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы с детьми решили сделать елку своими руками. Она может послужить как подарок и как красивое украшение на новогоднем столе. Для этого нам понадобится вот такая красивая мишура, конфетки сладости, скотч, ножницы, горячий клей. Ну что, приступим. Ну а самым главным материалом является у нас картон. Мы берем кусок картона, и из него надо будет сделать конус. Вот такой конус у нас получился. Сейчас мы попробуем зафиксировать его скотчем или проклеить горячим клеем. Включили горячий клей. У нас греется. И продолжим. Вот так вот мы чуть-чуть зафиксировали верхушечку. И сейчас моя любимая помощница, доченька, доклеивает шов до конца. И вот на готовый конус мы должны приклеить вот эту мишуру. Скажите, кадр обратно. Да, получился. Это мы примерили мишура, хватит ли нам на наш конус. Вот у нас готовый конус. И на этот готовый конус мы сейчас при помощи горячего клея наклеим эту прелесть. Мама. Да, сыночек. Вот так, потихоньку. И приклеиваем нашу красоту, мишуру. Вот такая у нас получилась новогодняя красавица. Не колючая, нет? Нет. Елка, которую можно потрогать, и не будет колоться, да? Да. Самый старший помощник помогает нам вырезать звездочку. Я умею только звезды вырезать. Я умею звезды. Молодец. Стараешься, у тебя красиво получается. Что? Я здесь начинаю. Так, о, сейчас залез. Не так пока. Опа, уже осталась одна половинка. Вот такая красота у нас получилась. Мы ее с помощью горячего клея приклеиваем на елку. Дуем и ждем. А сейчас приступим к самым сладкому моменту. Эти красивые конфеты мы будем приклеивать на елку. Вот таким вот способом. Горячий клей за верхушку конфетки, чтобы можно было сорвать и съесть. А, горячая. Ждем. Остывает клей. И вот такая вот красотунька у нас будет получаться. И вот наш подарок и елка 2 в 1 готовы. Так, звездочку подправить надо будет. Вот такая красота получилась. И елка, и подарок. Ну и снизу можно еще что-то припрятать, как сюрприз. Или на что-то одеть. Спасибо за то, что вы с нами. С наступающим вас Новым годом. Самого наилучшего, новых достижений, новых успехов, здоровья, благополучия, самого наилучшего. С наступающим вас. Всего хорошего.
Ах, ладно,